Ну, а это атаманское правление. С 1911 года атаманом станицы на два срока был избран мой прадед Киселев Петр Леонтьевич. Трагическая судьба у него. В 1929 году, в начало коллективизации, он подвергся репрессиям и решением тройки был приговорен к 10 годам ссылки. Ну, естественно, в возрасте 60 лет уже он не вернулся, конечно, с такой ссылки, где он и работал. Вот. Но не расстрелян. Это точно, что не расстрелян, а был выслан. В начале века дед мой, Иван Петрович Киселев, собственно, и был семьей отселен в хутор Орлов. Мы сегодня побываем в этом хуторе, казачий хутор Орлов. Вот. А судьба, конечно же, как и многих станиц, трагична. Очень подкосила 1932-33 год станицу Голодомор. И вот когда предок мой возвращался с семьей из ссылки зимой 32 года, они возвращались, то зашли, тетка моя Мария Ивановна Киселева рассказывала. Отец вот послал нас с братом, с Михаилом, шустрый парень был, разведать, что творится в станице. И вот, говорит, когда мы зашли со стороны Лабы оттуда, жуть, что творилось. Мертвые люди лежали по обочинам дороги. Даже еще полуживые люди, ехала арба, и мужики грузили их вилами на подводу и в Лабу, в кручу туда выбрасывали. Вот такой вот случай она рассказывала. Когда зашли в станицу, пришли к тетке, тетка Санька, как она говорит, ну это сестра моего дедушки. Вот, говорит, поздоровались, принесли с собой хлеба. Так как они шли оттуда, с Черкесии, а там было полегче. И вот тетка Санька говорит, она рассказывала мне вот с тем диалектом, каким говорят линейные казаки. Мария, ты не давай ему. А на печке лежал брат. Он черный весь от голода, опухший. И просил рукой хлеба. Он увидел, что я достаю, говорит, из сумки. Он не мог ничего сказать, только показывал, что дай, дай. А она ему говорила, ей говорила, Мария, ты ему не давай. Она говорит, а что такое? Он окрепнет, он нас убьет. Вот так вот было, понимаете? То есть она, как мать, ему уже приписала приговор. Он не жилец. А если, так как он вот мужского пола, да, да, было людоедство, каннибализм был. Вот так вот жили. Станица практически вымерла. Она хоть и не была занесена на черные доски, как станица Ладожская наша, соседняя станица. Но, тем не менее, как сильная станица казачья, мощная такая, потому что казаки поддержали движение в гражданскую войну белых. И вот у меня есть фотография, ледяной поход, первый ледяной поход, да, и возле атаманского правления стоит здесь генерал Шкуро, другие офицеры, значит, белогвардейцы, наш земляк, ох ты, вылетело из головы, тоже генерал, вот, Михаил Карпович, эх, забыл, ну, скажу потом, вот, так вот, за то, что они поддержали их, да, а дед мой как раз был в то время казначеем в станичном храме. Деньги хранились в храме. Вот.
Ну и за это ему и вспомнили, и тоже так как прадеда репрессировали в 29-м году, а дед попал под жернова эти в 30-м году. Вот ему как раз и вспомнили, что значит в доносе, а я знакомился с их делами и прадеда, и деда. И там, значит, значилось, что, ну вот, Киселев Петр Леонтьевич, да, это вот прадед мой, тот, что был атаманом здесь, агитировал, значит, против коллективизации. Но агитировал каким образом? А показания на него пишут иногородние, мужики. Что значит, когда казаки у него спросили на Храмовой площади, вот здесь, да, Петр Леонтьевич, ну что делать, сдаем зерно или нет? Он говорит, ну как сдаем? Говорит, сдавать надо, но себе ж надо оставить. А что мы будем сеять? А сдавали, выгребали все подчистую, не оставляя и на посев, на весенний, да? Вот, вот как раз он и сказал. А все равно оно у них сгниет, говорит. У них же элеваторов нет, хранилищ нет. Да, это ставилась задача собрать столько. А куда его сложить потом? И куда вывести? Вот. Вот это. И второе, значит, за что, собственно, его, да? Ну, там указывают, бывший атаман агитировал супротив, значит, коллективизации. И третье, они, значит, сказали, что сын его царский офицер. Вот. А в период гражданской войны, дедушка мой был вахмистр, служил в разведке, вот. А в период гражданской войны, за то участие, да, Корнилов ему присвоил Подхорунжево. Вот за эти дела, которые они здесь участвовали в гражданской войне. Вот. Но с ледяным походом он не ушел, остался здесь. Семья большая. Вот. И в 30-м году он сам попадает под репрессии. И уже не 10 лет, а 5 лет. Высылка в Архангельскую область, это уже там, с хутора, уходит туда. Его забирают самого, вот. Конфисковали все, хату забрали, ну, вплоть до подушек. И вот как рассказывала тетушка моя, она прожила, Царство Небесное, 96 лет, мама моя 87 лет, до сих пор жива еще дочь Ивана Петровича, дедушки моего, Вера Ивановна Киселева-Перепечаева, вот. Говорит, мать всех нас взяла, пятерых, и в Архангельскую губернию за казаком и поехала. Хотя им дали возможность остаться здесь. А здесь тоже можно было умереть с городу, с голоду, потому что в колхоз они не пошли, вот. А единолично до этого жили крепко, как рассказывала тетушка моя, вот. И вот мама моя вспоминает, говорит, я говорю, что ты помнишь по ссылкам? Я говорю, только помню, как нас уже, мы подъезжали к тому поселению, месту поселения, ссылки, где жили кубанские казаки, да, вот. Я говорю, только везли нас, говорит, на собаках. Но как ребенок, она это помнит, ей было тогда 5 лет. Она говорит, помнишь, что люди кричали, Иван Петрович, твои едут. Вот, я помню, говорит, как нас отец обнимал, вот это вот дело. А как они ушли оттуда, очень интересно тоже было. Значит, вот этот вот шустрый сын его, Михаил Киселев, и он, значит, с ребятами где-то в тайге нашли в тупике вагон с водкой. Вот. Но большевики тогда были, так сказать, не прочь заработать, будем говорить так. В общем, всем, так сказать, поселенцам удалось выкупить на эти средства откупные все эти, да, документы какие-никакие. И вот они тогда потихоньку убыли в Дагестан. Вот он как раз туда к своим кунакам семью свою увез. Ну вот, пробыли они, наверное, там годик. Вот, работал он в животноводстве, там бригадиром был. Вот. А потом, значит, ОГПУшники их загрузили в вагоны и до Услабинска их привезли. Везли в телятники, как тетушка рассказывала, Мария, бросали, говорит, селедку ржавую нам.
И воды, говорит, даже не давали. Но вот это вот время, говорит, пока там, говорит, и, извините, испражнялись, и все это. Это вот такое вот мучение было. Доехали когда, и потом дед вот и повез вот таким. И поэтому они, когда пришли в станицу Некрасовскую, увидели, что страшенный голод, они решили идти на хутор Орлов. Вот. Но на Орлове дедушка смог сохранить всю семью,